вас уникальный экземпляр, экспонат. Уникальная почтовая марка, как отображение знаменательных событий в истории родного края. Она является одним из наиболее популярных предметов коллекционирования на протяжении полутора веков. В Одинцовском историко-краеведческом музее состоялась церемония передачи уникальной почтовой марки на постоянное хранение. Подарок музею вручил директор культурно-досугового центра «Октябрь» Александр Сиваев. Это эксклюзивная юбилейная коллекционная марка. Выпущена она как раз к 150-летию города Голицына в этом году. Художник, исполнивший эту композицию, Владислав Коваль, заслуженный художник России. Марка выпущена тиражом 150 экземпляров всего лишь к 150-летию. Ну, это символично. При создании подобных марок художники используют исторические события, географические аспекты. На них присутствуют предметы, животные, люди, от кораблей, лошадей и птиц до королей, королев и президентов. Художник Владислав Коваль взял за основу герб города Голицына. Сама же идея создания коллективная. Идея композиции, вот вообще выпустить эту марку, принадлежит такому обществу неуемных творческих деятелей. С нашим комитетом по культуре Одинцовского округа, который постоянно ищет нестандартные решения, а именно креативные какие-то подходы. Столь уникальная марка впервые передается в историко-краеведческий музей. Это поистине исторический момент, считает руководитель. Такой экспонат у нас впервые, и это очень радует, потому что марки вообще в принципе выпускаются сейчас ограниченным тиражом и мало, а такие уникальные марки – это вообще событие, считаю, замечательное и прекрасное. Это просто мечта любого филателиста, но филателистам ничего не достанется, потому что это будет в музее, и это можно всегда будет прийти и посмотреть. Александр Сиваев уверен, передавая ценные вещи в музей, люди продлевают им жизнь и оставляют память для будущих поколений. Евгения Галяева, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».